Всех приветствую, в работе у нас Toyota Prado, 120 кузов, 4 литра. В общем, мы решили с владельцем перебрать генератор, потому что зашумели подшипники. Сам я глобально сюда не лазил, менял только вот эту электронику. И вот в этот раз все-таки решили не ехать в конкурирующую фирму, попробовать сделать все своими силами. Посмотрели всякие видосы на YouTube, и вроде как все по видео должно быть просто и легко, на самом деле просто и легко не получилось. В общем, смотрите, в чем вся фишка. Начнем с разборки крышек. По идее, все практически должно выходить у нас от руки. В итоге у нас получается ротор с наружнего подшипника не выходил. Пришлось его аккуратненько демонтировать вот таким приспособлением, потому что по-другому вообще никак не шло. А сильно стучать по генератору можно просто сломать корпус. Дальше получается то, что касается задней крышки. Отсюда также у нас ничего не выходило, все уже мы выпрессовывали на прессе. Посадки очень серьезные, видимо, все связано с коррозией. В общем, друзья, если кто-то сюда захочет полезть своими силами, то будьте готовы к тому, что просто с помощью молоточка вы, скорее всего, можете ничего не разобрать, либо просто взять и что-то отломать. Берите на заметку, просто так бывает иногда легко не получается. Так, то, что касается подшипников, посмотрите по форумам. Вот это у нас малый внутренний получается. Кое. И вот здесь вот большой наружный. Кое 609. По электронике взяли мы транспо. Диодный мост с регулятором, щетки оригинал. Здесь уже сюда кто-то лазил, вот это все стоит не оригинальное. Какая фирма, неизвестно. Гадать не будем, не написано. В общем, в обратном порядке все собираем и потом испытываем. В общем, еще раз повторюсь, не всегда, посмотрев видео о разборке генератора при помощи, грубо говоря, одной отвертки и молоточка, не всегда получается все это дело быстро разобрать. В общем, в этот раз нам не повезло, все снималось очень даже напряженно. Всем удачи!